Так, у нас следующий отель по плану. Отель называется Spice. Находится также в Мопилейке. И, как обычно, наша задача уже посмотреть территорию и номера. Но вы уже знаете. Так, мы попадаем сразу в лобби, здесь всегда welcome drink, пожалуйста, можно даже шоколадочку такую взять. Лобби большое, вот эти красивые, сразу с панорамным там видом на море. Многие говорят, что здесь есть какие-то нарицания по сервису и так далее, ну, как бы сейчас, если какие-то такие вопросы будут, мы их обязательно поднимем, и я вам их перескажу. Отель в таком стиле, скажем, уже на турецком или даже точнее восточном стиле, отель Spice с огромной территорией, как вы видите, все в бассейнах, бассейны теплые с подогревом, отель работает круглогодично, естественно, находится на первой линии, также находится в Билек. Ну и прямо сейчас отправляемся смотреть с вами номера. Мы вышли с вами в часть, где уже располагаются номера. Здесь такой холл и, соответственно, коридоры. Сейчас мы посмотрим одну из категорий, в основном в корпусе. Так, у нас с вами стандартный номер. Спасибо. Здесь у нас, как обычно, уборная, ванная полноценная, две раздельные кровати большие. Ну, все, вот говорю, в восточном стиле. И выход на балкон. В балконе у нас, конечно, сушилка, сам балкон. И вот опять же открывается у нас панорамный вид на всю территорию отеля Spice. Сейчас мы были вот совсем недавно вот в этом месте. Так, у нас сьют еще в этом отеле Spice. Здесь у нас с вами большая спальня, кровать, king size, телевизор. Старенький, да, как вы видите. Балкон с видом тоже на море, на бассейны. Обращу немножко внимания здесь на это. Так, ванная. Необычный, да, дизайн. Ну, восточный стиль. Везде здесь проглядывается. И непосредственно гостиная. А, нет, это вторая спальня получается. Почти как гостиная, с двумя раздельными кроватями. И здесь тоже по периметру идет везде балкон. В двух словах скажу, что немножко все потертое, пошарпанное. Где-то что-то отваливается, потолок. Где-то с полосками, с потеками. В общем, территория хорошая, номера, честно скажу, ну, соу-соу, так себе. Отель Spice у нас в таком стиле восточном, более точно уточнил, это стиль Марокко, но говорят, кто приезжает, там индусы, говорят, это в нашем стиле, из Пакистана люди приезжают, говорят, тоже в нашем стиле. А здесь какие-то даже фильмы снимают исторические, да, про Османскую империю, потому что вот все в таком интересном, на самом деле, стиле. Хотя, грил, номера немножко уже какие-то потертые, на полную реновацию пока нет возможности, но достаточно приятные цены на этот отель сделаны. Пытаются брать какими-то другими вещами, анимацией, какими-то развлечениями, да, чтобы отвлекать гостей от каких-то небольших недочетов по этому отелю. Это просто надо понимать, и также вы можете ниже под этим видео посмотреть цены на этот отель. Переходите прямо сейчас, нажимаете ссылочку, там увидите все цены со всеми сборами, полностью с перелетом, отелем, трансфером и так далее.